К нам на склад поступил станок Джерей 1080 с рабочим полем 1 м на 80 см, с двумя головами, естественно, с двумя трубками. Сейчас мы опишем, расскажем про этот станок более подробно. Станок стандартный, как, точно такой же, как и станок Джерей 1080 обычный, с одной головой. Отличаются только дополнительные трубки и дополнительной головой. У него идут также рельсовые направляющие Кивин по обеим осям 15 мм и такие же ремни. Двигатели 57 серии, двухфазные, стул сквозной. Естественно, комплектуется контроллером Руида 64-45S. Данный станок комплектуется двумя трубками. В данном случае у нас Рейси W2. Одна трубка на каждую голову. Естественная система охлаждения идет двухконтурная. Для этого мы поставили для данного станка чиллер CV5200. Предназначен для охлаждения двух трубок. Электрическая часть данного станка выполнена достаточно качественно. Все компактно размещено.